Давай. Да, смотри. Что это за мужчина, интересно? Да. Он здесь жил или что? Как ты думаешь? Да, возможно. Помнишь вот эти тарелочки? Да. Здесь такие хорошенькие штучки, все винтажные. Кто знает, что это? Что же так оригинальненько? Сегодня какие-то скидки есть? Сейчас спросим. Ты думаешь, кто это? 450, кто-то профессиональный? 50. Ну, возможно, просто в таком стиле рисует. Ну, так интересненько. Хорошенький бассейн. Туда еще что-то. Играли все это дело? Такой шкафчик интересненький, такой не видела еще. Вот это спальня чья-то. Мне нравится, красиво. Прикроватный домик для птичек, что ли? Как ты думаешь, что это? Ты видела такое, Марин? Они просто поставили этот домик на эту вот штуку. Но он смотрится, как будто бы ты тут спишь, и тебе с утра соловей поет. Как мне нравится эта лампа. Летящей походкой ты вышла из мая. Только это мужчина. Заходим в другую спальню другого мужчинки или кого-то. Такой комодик красивенький, кровать. Люстра обалденная. И какая-то картина. И вот смотри, вот тебе про эту картину. Уже нижнюю купили, Марин, которая 500 баксов стоила. Помнишь, я тебе скинула две? Но она стоит сколько? 270. Такая вот. Как Олег. Вот какой, посмотрите. Заходим вот в этот домик. Что у нас здесь? Что? Гениталии. Угу. Да. Они его купили. Опять этот джампер. Вот такой вот сегодня у нас поход. Марин, недаром мы сегодня разговор завели. Ну, здесь аквариум. Ну. Мне очень нравится. И ты думаешь, это как керамика или что? Ну, керамика. В историю попадает. Интересная композиция. Надо посмотреть, из чего она сделана. Ну, это какой-то, как будто бы засохший материал, да? Скорее всего, Янковский. Это вот этот вот художник все делал. Керамика здесь неплохая, но это, блин, так дорого все. Смотрю, тоже нашли такую классную картину. Ну, не поймем. Вот здесь что-то на столе у нас. Вот это, я не знаю, что это такое. Кольца, браслеты. Даже не... А, это, наверное, для салфеток, скорее всего. Для салфеток, да. Такой вот уголок, можно посидеть. А там что, душ, что ли, или что?
какая тетя красивая. Заходим в еще один дом. Такая прихожая. Вот эти самые, я знаю, вот кораблики такие. Вот это красота. Красиво смотрится, белое с голубым. Очень красиво, мне нравится. Очень красиво. Очень. 185. Вот эти вот, говорят, капустные наборы тоже они классные считаются. Какой носорог красивый, $95. Кухня очень такая, мне кажется. Кто-то курил, потому что поэтому. Какой вот это есть? Что картина ничего? Какой мне понравился? Ух ты! Привет! Вот такой забор. Смотрите, какая. Гимнастика. Это, кстати, на полу.